Да. Так его, а вы представитель собственника? Собственник, да. Он, а? Это его собственный завод. Да. Это наша вся собственность. Мы все здесь. А вы кто? Ваша изначально. Ваша, вы арендуете. Это не ваша. А вы кто? Вы кто? Скажите. Я замначальник охраны. Замначальника охраны. Хорошо, смотрите. Вы понимаете, вы арендуете, а я собственник, и вы меня не пускаете. Понимаете, вы что делаете? Вы собственника не пускаете. А вы в аренде здесь. Вы арендуете всего лишь. Да мы охранники, мы ничего не арендуем вообще. Ну почему вы собственника не пускаете? Приказ будет? И ради чьи бога. Приказ? Кого? Я здесь главный. Ну, главный. Я хозяин. И зачем такую толпу привезли? Ну вы пустите, пустите меня одного. Пустите одного меня. Вот с одного, моими представителями. Да. Вот пускай выйдут, и мы вас пустим. Кто выйдет-то? Все. Это мой представитель. Ну юрист. Вот с ней зайдете. Да. Юрист. За, хорошо, запускайте нас. Да-да. Пустите. Сейчас начальство придет и запустит. Пустите. Сразу. Если сейчас начальство придет. Запустим. Вот нас, три человека. Сейчас пустите. Подъедут. Ваше начальство, может, не подъедет совсем. Как-то может. Ну, понимаете. А сколько можно ждать-то ваше начальство? Сейчас приедет. А что делать? Ой, когда сейчас? Мы здесь уже полчаса ждем. Вот, в пяти минутах езды, вы же прекрасно знаете. Нет. Виталий Николаевич. Как нет? Откуда мы знаем-то? Нет, нам они докладывают, они что не ли? В пяти минутах езды, но они приедут сейчас обязательно. Как же? Обязательно приедут. Мы тоже едем в Дед Мороза и в Санта-Клауса. Понимаете, поэтому с вашей давайте стороны уже нехорошо, что вот я стою, вы меня не пускаете. Нехорошо, что ну, делать? Ну, вы видите, понимаете? Как? Виталий Николаевич, если вы, мы не правы, мы извинимся. Вы нарушаете закон. Понимаете? Вы пришли бы за одни вот, как вот, ну, с дамой. Что, любое решение мы примем. Ну зачем вот такой вот скандал кипишь такой вот, смотрите. А вы знаете, я какое отношение ваше, я должен с ними согласовать, я собственник, они вам дали команду, чтобы я без их согласования да сюда... Да не вас, чтобы пускать. А меня вот, не пускали. Вот, да мы сколько пускали раз я приходил, вы да меня... Да не может быть такого. Виталий Николаевич, я с вами лично ходил. Я помню, конечно. Конечно, прежде Смирнов позвонит, и после этого пускают. Я же человек приказа, мне приказали. Вот сами говорите, им приказано было меня не пускать. Вам было приказано не пускать, а согласовать. А я сейчас открою, я вас забуду топить. Это уже ручку оторвали. Хорошо, если сейчас все отойдут, вы нас с Виталием Николаевичем да вдвоем пропустите. И как начальство придет, так, и сразу пропустим. Или нет? Нет, конечно, директора пропустим приедут, все решим. Директора сразу у вас сейчас здесь стоят здесь. А, нет, а директора это у вас кто? Официально назовите, кто директора? Смирнов. Смирнов, знаете, директор чего? Директор. Чего директор? Чего директор? ООО «Экспоглас», согласно ну, выписке да из ЕГРЮ. Арендатор, с которым расторгнут договор аренды. Мы не в курсе этого, знаете. Ну, слушайте, вы много чего не в курсе. Сами-то договор заключен, не на год еще заключили. А уж там что было, что не было, ну, я не в курсе этого, правильно? Уже не будет, все ну и ладно, на пенсии пока. Я сейчас раз и на другую работу. Нечего терять. Вы знаете, офис Раска там есть, вы прекрасно. Мы вас просим, пустите нас в офис Раска. Я генеральный директор. Конечно, но вы же не пускаете. Вы же не пускаете. Ну кого? Вы же устроили потасовку. Вы спокойно меня пустили и все. Оторвали, да? Вы, конечно. Вы? Это я туда рвался, я оторвал. Вы закрывали, чтобы не пустил. Спокойно меня пустили бы и все. Ну вы же не пускаете. Ну вы же не пускаете. С чемоданами приехали. Я стоял один, никого здесь не было. Вы же меня не пустили. Да, я говорю, там понаехали, дал целый с чемоданами. Ой, вот этот завод я руководил 33 года. Ну и хорошо. Да, из-за разрухи почет сделал. Почет уважения. А да, почему меня? Почетный гражданин района, а вы меня не пускаете. Ну это же просто нехорошо, некрасиво и не по закону. Олег? Ну где же ваши? Где же? Ага, давайте. Ну, а то мы смотрим, что-то нет а то никого. Уже, да. Ни гаишников, ни попасников. А? Гаишники, да. Сейчас ага, будут всех проверять права, нам сказать. Ага, все. Гаишники-то здесь причем. Да. Да, да, ну, вот проверить там какие-то машины.